12 часов до вылета, а ты даже не чешешься. Закрой глаза, закрой. Скажи, вкусно? Верона, Италия. Здесь Ромео познакомился с Джульеттой. София! Смотри, не заблудись, моя ненаглядная София! Здесь есть стена, где потерпевшие несчастье в любви оставляют записки Джульетте, прося у нее помощи. Там ей нашла письмо, изменившее мою жизнь. Навсегда. Я не пришла на встречу Клоренцо, Джульетта. Обещала сбежать вместе с ним, а сама просто не пришла. Помоги мне, Джульетта. Я не знаю, что делать. С любовью, Клэр. Оно датировано 57-м годом. Я просто обязана ответить. Позвольте узнать, кто из вас написал письмо моей бабушке? Это была я. И что вы себе думали, а? Она заслужила ответ. Прошу прощения, Клэр. Здравствуйте, я Софи. Джульетта, так вы приехали отыскать своего Лоренцо? Да. Легких путей через почту мы не ищем. Я могу поехать с вами? Да, конечно. Мы разыскиваем Лоренцо Баталини. Но я Лоренцо Баталини. Я Лоренцо. Лоренцо. Я Лоренцо. Я Лоренцо Баталини! Да заберите его! Это безумие. Чарли не одобряет мой блажь. По-моему, это все очень трогательно. Да, но я искренне переживаю за бабушку. Мне нужно больше времени. Извини, ты меня отвлекаешь. Это неправильно. Мы должны хотеть быть вместе все время. Ты не думаешь, что он там один без тебя скучает? Скорее, даже не заметил моего отсутствия. Ты веришь в то, что мы можем его найти, Лоренцо? Конечно. О, Боже. Главная история о любви всегда ваша. Это были лучшие дни моей жизни. Сколько, по-твоему, таких, как она на планете? Не заставляй ее ждать 50 лет. Письма Джульетте.